Привет всем! В этом ролике я сделаю елочную игрушку из глиттерного фома. Или по-другому, из фома с блестками. Беру фом двух цветов, линейку шириной которой 2 см. Намечаю линии на изнанке фома. Нарезаю полоски. Склеиваю, как вы видите на экране. На месте сгиба делаю надрезы. Заготовок для игрушки должно быть каждой по 4 штуки, каждого размера. Теперь собираю игрушку. Беру самую маленькую полоску, складываю ее пополам и склеиваю горячим клеем. Затем беру побольше полоску, складываю ее пополам и приклеиваю ее так, чтобы с краев оставалось место. Это видно на экране. Точно так же клею и оставшиеся 2 большие полоски. Вот такие заготовки должны получиться. Делаю такие 4 штуки. Под уклон срезаю кончики. Затем склеиваю горячим клеем по 2 заготовки.
за концы. Теперь изнутри середину. Убираю излишки клея пинцетом. Теперь приклеиваю обе части друг к другу. На швы наношу клей момент и приклеиваю бусы. С обычного шарика снимаю крышку для петельки и приклеиваю ее к игрушке. Завязываю леску. Вот такие елочные игрушки у меня получились. Яркие, красивые, блестящие. А на елке
с гирляндой будут просто превосходно смотреться. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем творческих успехов. Пока-пока. Thank you.